Всех приветствую, продолжаем бродить по выставкам Петербурга. Музей Рарта представляет выставку живописных произведений и пастелей Лоры Малышевой «Окно при Черноморский Эдем. Полный первобытной неги». Выставка «У окна» объединяет живописные произведения и пастели, созданные Лорой Малышевой за последние 30 лет. Так написано в анонсе к выставке. Искусство художницы можно сравнить с красочным полуденным сном, забывшись которым усталый человек 20 века наконец может вкусить отдых и покой, наблюдая за миром из привычного и безопасного пространства родного дома. Автор распахивает перед нами окно в Причерноморский Эдем, полный первобытной неги. Родившаяся в семье художника Лора Малышева решила пойти по стопам отца. Она окончила Одесское художественное училище имени Грекова, а затем продолжила обучение в Ленинграде. Хотя профессиональное сообщество в Петербурге по достоинству оценило мастерство Малышева, подлинную зрелость искусства автора обрело в родной Одессе, когда художница была вынуждена вернуться по семейным обстоятельствам. Там под изобильным солнцем она начала экспериментировать с горячей эмалью, техникой, требующей огромного терпения и труда. Свойственные эмали интимность и лиричность звучания привнесли в творчество Лоры Малышевой ощущение легкости бытия. Насыщенный яркий цвет, добытый жаром обжиговой печи, мерцает словно солнечный блик на водной глади. Световой поток струится по плоскости, сверкает снежными шапками гор. Сквозь синие грозди винограда пробивается розовая медь. С благородной сдержанностью лиц, ритуальной плавностью жестов прекрасные южанки накрывают пиршественные столы. Мы видим их на прогулке или за беседой, иногда в сопровождении алебастрово-белых агнцев, черных, как смоль собак, пестрых наседок. Прямодушность, символизм не требует расшифровки. Несмотря на очевидное родство с эстетикой Возрождения, работы Лоры Малышевой не экзаменуют зрителя на надсмотренность. Иногда достаточно просто посидеть у окна, как это делает автор-наблюдатель. Возможно, именно в невозмутимом созерцании кроется источник спокойствия и тихой радости. Так написано в анонсе к выставке Лоры Малышевой «У окна», которая проходит в музее Рарта. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.